сьогодні ми вирішили ще раз звернути вашу увагу на двох чудових хлопців. Артема, якому 8 років, і 5-річного Ігоря. Хлопчики були героями наших нещодавніх програм. Вони, як і раніше, знаходяться на вихованні в одному з дитячих закладів Миколаєва. Як і раніше, мріють про сильних, люблячих, добрих дорослих. Справжню родину, де вони відчуватимуть себе потрібними, їх будуть любити і розуміти, підтримувати і дбати про них. Артем, я просто тобой восхищаюсь. Знаешь почему? Потому что вот, ну, как для меня это вот совершенно невозможная ситуация, чтобы вот вышить такую красоту. А как ты увлекся вышиванием? Расскажи мне, пожалуйста. Ну, раньше я этим не увлекался. А кто тебе показал? Вот с чего началось твое увлечение? Потому что мало увидеть. Не сказать, да, очень здорово, но я этим заниматься точно никогда не буду. У тебя вышло наоборот. Кто-то, наверное, тебя увлек этим. Воспитатель. А с чего началось? Она тебе показала какую-то работу? Ну, я попросил, воспитатель начал вышивать. Я попросил, чтобы она меня научила, и я научился и начал тоже вышивать. Вот этот цветок, это мак, по-моему, да? Это, наверное, это мак, правильно, вот даже тут написано. Это твоя вторая работа, правильно? А какая была первая? Первая тоже мак. Тут она модульная картина. Так, а ну-ка расскажи, что такое модульная картина. Ну, сначала вышиваешь одну часть, потом вторую, третью, ну, сколько там частей. И потом их соединяешь. Они сшиваются, да, все эти части? Да. И что же получается, она более объемная? Вот чем они отличаются друг от друга? Просто, ну, на них разные маки. Просто больше букет получается, да? Так, отлично. Давай с тобой поговорим о твоей семье. Я знаю, у тебя есть брат. Расскажи о нем, пожалуйста. Он, ну, маленький, ему где-то 2-3 года. Наверное, ближе к 3. Да. Я вот что-то так думаю. Да. Какой он? Какой у него характер? Добрый, хороший. Когда вы вместе, тебе с ним интересно, ты вообще уделяешь ему внимание, или вот он сам по себе существует, ты его любишь на расстоянии? Не, я всегда с ним гуляю, забочусь о нем. Учишь чему-нибудь, вот как старший? Он тебя спрашивает, вот, наверное, о чем-то, да? Вот почему вот это, почему вода мокрая, а земля холодная или наоборот? Ну, да. Что отвечаешь? Ну, вот как вы с ним общаетесь? Как ты с ним разговариваешь? Он, когда я был дома, он еще, ну, не особенно так разговаривал. Я там говорил, скажи это, скажи это. Ты учил даже его разговаривать, да? Вот. А что он уже вот умел говорить? Мама, папа, братик, ну, такое. Про семью. Вы, конечно же, будете вместе обязательно. Как будут продолжаться вот ваши отношения, как они будут строиться? Вы будете становиться старше, да? Еще больше, наверное, будет интересов, больше будет каких-то совместных занятий. Вот как ты видишь это время? Ну, не знаю даже. Буду его продолжать учить, интересовать чем-то, показывать ему что-то. Вышивание – это замечательное увлечение, но, наверное, есть и другие увлечения, умения, интересы. Расскажи о них, пожалуйста, что тебе еще нравится делать? Я люблю рисовать, например, играть в разные игры. Ну. Я еще такой вопрос хочу задать, знаешь, такой, как взрослые задают, а учиться ты любишь? Да. А что тебя увлекает, какие предметы тебе нравятся? Математика, физкультура, английский. Класс, английский. А можешь что-то сказать на английском языке? Зверей могу. И что же это такое? Элефант, джираф, кенгуру. Класс.
животные. Даже я понимаю здорово. Я английский не очень хорошо знаю, но я поняла тебя. Молодец, умничка. Как ты считаешь, для того, чтобы в семье было спокойствие, счастье и взаимопонимание, что должны делать обе стороны, и дети, и родители? Должны понимать друг друга. Ну, у них должны быть взаимоотношения хорошие. Ну. Замечательно. Самые два главных, в принципе, таких принципа, да, семейных. А вот еще знаешь, о чем хочу спросить? А любовь должна быть в семье? Да. Как ты думаешь, что из этих вот трех, да, взаимопонимание, доброта и любовь, что самое главное в этом? Любовь. Я вижу перед собой замечательную картину. На ней и машина, и дом, и даже две девочки, мне так кажется, да? А почему одна голубая, а одна розовая? Я не знаю. Тебе так захотелось, наверное, да? Так, а какие цвета ты любишь больше всего? Розовый, синий, красный, зеленый. Ну вот, судя по цветам, любимым. Ты парень очень веселый, потому что такие яркие цвета может человек любить только добрый и веселый. Ты со мной согласен? Давай тебе поговорим. Рисовать ты любишь, рисуешь ты, кстати, очень неплохо, все очень узнаваемо. А расскажи, пожалуйста, вот о чем ты думал, когда ты рисовал вот эту вот картину? Это чей дом? Давай вместе придумывать историю этой картины, так? Дом, давай это будет твой дом. Там живешь ты, мальчик Игорь, с кем? С мамой. Так, хорошо. А вот эти вот две замечательные девушки, это кто? Это ваши гости? А в машине кто едет? Папа. Вот. Папа, судя по тому, что машина идет от дома, папа едет на работу? Да. А есть ли у вас домашние животные, домашние любимцы? Кошка. И собака. Кошка. Кошка. Кошка у нас какого цвета, какая у него шкурка? Она пушистая? Да. Так. А цвет у нее какой? Какой у нее окрас? Черный. Черный. А почему черный? Вообще вот черный. А ты не боишься, что вот в темноте кошку нельзя будет найти? Нет.
А почему ее можно увидеть всегда? Что темноты нельзя бояться. Вот, конечно. Так, если ты не боишься темноты, ты, наверное, очень смелый парень. Ну как, вот те, которые не боятся темноты, они смелые люди? Да. Так, ты темноты не боишься? Нет. Значит, ты какой? Мужик, смелый. Вот, отлично. Кем хочешь стать? Какая профессия нравится? Строитель? Да. Водитель? Да. Врач? Водитель. Водитель. Водитель большой машины? Да. А может быть, ну, пассажирские перевозки? Вот быть водителем автобуса, отвечать за безопасность многих-многих людей. Как бы тебе это понравилось? Понравилось? Да. В школе хочешь учиться? Тебе уже скоро 6 лет. А умеешь там читать? Может, буквы какие-нибудь знаешь? Да, знаю буквы. Знаешь буквы. Так, а стихи знаешь? Да. А мне расскажешь какое-нибудь стихотворение? Давай. Я могу рассказать. Голосиста буква К. Голосиста буква А. Нашу книжку покрива. Не водна она йде, а що азбуку веде. Як веселу сказала, звук складається слова. Прекрасно, замечательно. Очень здорово ты прочитал стихотворение. Спасибо тебе большое.